Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda. I will suggest everyone to chant Maha Mantra, because today Jananda wife left his body. Radhe. So everyone chant Maha Mantra for that soul that she can be happy. Please, my prayer for all of you. She is a very nice, very elevated devotee, and the soul become peaceful. So I will pray to chant for her. Govinda Mohini, please, this is the thing to chanting for Kalavati Jananda wife. She left body today 9:30. Please do this. And chanting and praying and remembering, and today's Suniti will share something. I will listen to that. Интересно, а что сказал Гурудев, да? Кто-то на русском может это перевести? Ждем милости Говинда Мохини. Ну да, что-то она, видимо, там заказчиком задерживается. Сегодня посмотрел фотографию свою в шляпе на аватар. Это где там? Мою, да? Да. Я даже, наверное, тут где-то в Сибири. Далеко забрался. Ну, будем ждать, да. Что-то маловато у нас сегодня. Рады. Рада Мохан, я хотел, знаете, это с каждым классом, вот этой Рада Катхи, да, и хотел выразить, вот что у меня прям внутри что-то такое просыпается. Прям такая уверенность в том, что мы, ну, что как бы я не одинок, и что есть такие вайшнавы, которые вообще как бы убегают, погружаются вообще в Рададасе, в Манджарибхаву, вообще не оглядываясь ни на кого, ни на что. И как бы это меня очень сильно вдохновляет. Ну, я вообще в Сибири тут сижу, думал, что я один такой. Там Хари Кришна, ну, у меня друзья там в Хари Кришна, в Матхах, и в Читане Сарасват Матхи, и Нитянанда Паривары. Они все, знаешь, как в один голос твердят: какой твой уровень? Ты вообще куда суешься? Четырюха, не, это не, вообще не наш уровень. И как бы никто, вообще не, реально никто не практикует, даже не читает это, не погружается. А здесь, знаешь, Садху Махараджа, вот твоего Махараджа хочу прославить, пока есть возможность, что я как бы, меня реально это вдохновляет, что такой, у него тоже надо иметь, знаешь, такую силу и как бы преданность. Вот Ананта Дас Бабаджи, да, я вижу, что это такое общество, где люди, те же книги, которые я 10 лет читаю, знаешь, и то есть, оказывается, такие же люди, которые также черпают, знаешь, воздух, этот нектар Рада Даси, и как бы вообще, то есть это нормально, и как бы я говорю, мое сердце тает. Да, такие люди есть, естественно. Ну, как говорил Махарадж, что Гурудев, да, что нас очень мало, потому что это, ну, пока еще время как бы не подошло к этому. Немножко вот такая вот обусловленность, что ли, идет в этом плане, что Кадхадасим как бы нельзя, еще рано, нужно подойти, подрасти. Вот так вот. Такая тенденция. Искон идет там. И в других местах тоже. Нам чрезмерно повезло, что вот мы сейчас оказались, мы слушаем эту катху. На самом деле, это реально мы, я не знаю, как, по какой счастливой, не знаю, звезде я оказался вот здесь сейчас рядом с преданными, которые именно в этом настроении, в этой однонаправленности кратхи. Вот это вот самое важное. Для меня, в данном случае. Я тоже был сначала в Ростове, потом переехал в Пермь. Это тоже далековато. Тут никого нет, я никого не знаю, ни с кем не общаюсь вообще. К
как затворник. Mm-hmm. Только вот, вот эти вот зумы, переводы там какие-то, там с Говиндом мы с ними общаемся, потом что еще, какие-то там лекции, да, переписываемся с преданными из Германии, я, да, там тоже друзья у меня есть. Вот только этим живу. Mm-hmm. А так вот, вот можем сейчас пообщаться. Но нас становится все больше и больше. Все ближе и ближе люди подходят вот именно к осознанию Радхарани, пониманию вот этого вот, ну, самой высшей, да, вот, мандали бхавы. Подходят к этому люди, подходят, интересуются, спрашивают. Но еще что-то их держит внутри, вот никак не отрывает. Вот, Равинда Махини, у нее такой опыт был большой, когда она там и, ну, ходила в храм в Исконовске, там пыталась что-то говорить, да, она, да, написала, наша группа писала. А потом получалось на поверку через несколько время, через некоторое время, что они все равно на своей платформе стоят и не хотят выйти дальше, подняться выше на уровень, ну, раскадаси. Но кто-то поднимается. Поэтому вот. Я еще раз говорю, что нам повезло, очень повезло. Очень. Гаре, гаре. Мохини, Говинда Мохини, could you translate, yes, please? Okay. Shyama Sundari Prabhu, he is sharing that he feels very happy and very lucky to be in such company of Vaishnavas who are reading the same books, the books of Ananta Das Babaji Maharaj. He read about 10 years, and now he finally he find the same minded company of Vaishnavas who shares the same mood, who likes the same books. And he's living in Siberia, in small town, and in his surrounding there is like small Vaishnava groups, but they don't have this taste for Radha Dasyam. They're saying, no, it's not our level, we're not qualified, we should not touch this. So he was struggling in this company of Vaishnavas, but who don't like what he likes. And now when he joined our Zoom Namahatas, he became very happy, and he's sharing that he is really satisfied and he's happy and he wants to move forward in this. And Radha Mohan Prabhu, he also sharing that he's practicing all alone in his city. There is no Vaishnavas who are practicing Radha Dasyam, who likes Ananta Das Babaji books and this mood. And so he's practicing all alone with his wife. They can talk. And he also feels very, very happy to participate in Zoom, to hear from Gurudev, to take this mood, to share this mood, to be in like-minded company of Vaishnavas. And he's saying that really he tried so many times to speak to other devotees, because he with senior devotees even, but they don't want to move from the platform of this God consciousness. He has a son, and his son is Brahmachari from his youth. And he's really elevated. Now he's an adult. And all his life he was serving in Krishna consciousness movement. But even here, he cannot share this mood. He cannot move from this God consciousness. And Radha Mohan Prabhu is very appreciating that we have very small company, but very like-minded, like this. So, я хотела сказать, я просто с выключенным микрофоном разговаривала. Гурудев сказал, что сегодня, ну, произошло такое событие, прям, честно говоря, прям меня как поразило. Сегодня ушла, оставила тело жена Джайананда Махараджа. Вы поняли, нет, когда он говорил? Жена Джайананда Махараджа. То есть это, ну, просто, ну, такое сноп сбивающее.
Вот, он был... In English, nobody will understand. You have to translate in English. Everything what is happening there. Yes, okay, I translated the conversation. No, then why the other will come from the Germany to join you or from Japan? You have to say in English. Yes, of course. There you are talking in Russian and you have no translation. That is not good. Gurudev, we are waiting for you. It was like I say that you don't wait for me. Chant for Jayananda wife. You know, translate that. I say to chant first for Jayananda wife, Mahamantra. You not translate. Gurudev, I was mute. I didn't unmute. I muted because I don't listen anyone to translate my thing. Yes. Jayananda wife left body. Yes. I say to chant for her and pray for her. Yes. We cannot do for the brother and sister. If we not do, then how we can go to the Krishna and Radha devotion? Okay, my mic was muted. I don't understand. I don't like this. You say, this is God consciousness. Yes. If we have no feeling, then how we will develop the feeling? Okay. Мне просто был микрофон включен. And I close. And I will only talk when I will listen. You are all positive. You do that what I say. Okay, Gurudev. Sorry. Close it. Гурудев очень ругается на меня, потому что я не перевела про уход жены Джайананда Махараджа. Я переводила, но у меня был микрофон выключен, и я не увидела, что я вот 5 минут переводила просто вот. И он сказал, что это очень серьезное событие, это очень, в общем. И он хотел, чтобы мы повторяли махамантру, чтобы мы... что-то о ней говорили, но я не поняла, то есть, что нам нужно сделать, честно говоря. Потом вы начали говорить уже, я включила микрофон, не хотела вас перебивать. И, в общем, и Гурудев сейчас очень недоволен, что мы так, что я это не сказала сначала, что мы этому не уделили внимания, что мы должны сейчас, для нашей вот гуру-сестры повторять махамантру, прославлять. И он сказал, что Суните что-то скажет. Вот. И он сказал, что переводи все, потому что присутствует очень много преданных из других санг, чтобы они все понимали. Вот. И, в общем, он очень ругался, сказал, что мне это не нравится. Как вы собираетесь прийти, достичь любви божественной, если вы такие невнимательные к своим? Это мой косяк, я переводила, просто у меня был микрофон выключен, я не увидела. Вот. Поэтому прошу прощения всех. Калава Тидиди оставила тело, и это очень, очень печальная новость. Она болела, она всю жизнь посвятила служению, она была с Джайананда Махараджем просто бок о бок всю жизнь, она терпела очень, они оба терпели большие лишения, они жили в очень стесненных условиях, я слышала ее историю. Вот, она служила, все плачут, это японские преданные, потому что это очень серьезная, это очень тяжелая утрата. Вот, поэтому... Это супруга Джайананды, да, Говинда Махараджа? Да, да. Они служили всю жизнь вместе, распространяли книги, служили Гурудеву Нарайане Махараджу, Саду Махараджу и всей санге японской. Рады. Повторять, молиться за нее, за Калава Тидиди. Будем молиться сегодня, весь день об этом думать. Пусть Гурудев, не сомневается в этом. Наше сердце полностью там, в этой ситуации сложной. Radha Mohan Prabhu, he is saying that he will pray today, he will do his Mahamantra Japa for Kalava Tididi, and it was my mistake. I translated, but my mic was mute. So they started conversation, they didn't hear. And they are they're in a very grave mood. And today, for sure, they will pray for her.
Now they understand what happened because before they cannot understand. Говинда Махини, давайте дадим, как Махарадж просил, слово Суните, да, чтобы она, видимо, знала ее, чтобы хотя бы 5 минут прославить матушку. Рады. Russian devotees. Рада Дасим. What is Рада Дасим? Что такое Рада Дасим? To develop the feeling. Развивать чувство. How you will develop the feeling when you have no feeling for your brother and sister? Как вы разовьете чувство, если у вас нет чувств к своим братьям и сестрам? Never Radha Dasyam can come. Никогда Radha Dasyam не придет. In the business of developing the feeling, God consciousness will be there only. Если не развивать чувство, будет только сознание Бога, не будет Radha Dasyam. Feeling is a different subject. Mind is a different subject. Чувство это одно, а ум это совсем другое. Feeling coming from the heart and mind work from the mind. Чувства идут от сердца, а ум идет из головы. If you not feel, you cannot reach to Radha Dasyam. You cannot come to the soul. You cannot go to Radha Dasyam. Если у вас не будет чувств, то вы не сможете приблизиться к Radha Dasyam. And feeling is the way, is because it's a Mahabhav. Mahabhav means highest feeling. Наивысшее чувство – это Махабхава. If you have no lower feeling, then how you will reach to the higher feeling? Но вам нужно развивать и обычную чувствительность и чувства, иначе как вы пойдете к наивысшим чувствам, к Махабхаве? Gurudev, Russians, they didn't know Kalavati Didi. They want to know. That is not my business. You know, I'm telling to you, you have to translate. You know Jananda or not? Yes. Then when you know, I'm translating to you. Yes, Gurudev. Why not you translate my words? I translated, but my mic was mute. It was my mistake. I don't know. Yes, I know. It's my mistake, Gurudev. It's my mistake. So I mistake, and I'm telling you very big thing. And yes. you cannot translate after that. I don't feel good. Gurudev, он ругается, что я не переводила, что это очень важно, что я должна все переводить, все, что он говорит. You don't respect my feeling. I feel this. No, Gurudev, I'm respecting you. I'm sorry. Today I cannot talk because it's a feeling thing. Suniti will give class. So I say, not I can say. You not feel my importance of my feeling. Gurudev, он говорит, что вот там вы, ну, что я с неуважением отнеслась к его чувствам, что я не переводила, поэтому он не может говорить, ну... И он сказал, что он сегодня не сможет говорить, и что Сунити Диди, она что-то расскажет. She is not near to Vrindavan, she is in Japan. But, you know, when I call to Kishori, that time she leave the body, 9:30. 6:30 я позвонила. I call, it's a living body. Она управляет им. That is no meaning. But meaning is this, I say you not feel important. No, I'm many feeling... times. I was shocked, really. Really. No, shocked, then you have to translate it. I translated, but my mic was mute. It was my mistake That is not a mistake. Sorry to say. You have to repeat again. Gurudev говорит, что, ну, это, что он позвонил и узнал эту... И он хотел, чтобы он очень чувствует, ну, очень тяжелая ситуация сейчас. И говорит, что Суните что-то скажет сегодня. Суните, maybe you can speak a little bit about Kalavati Didi, because Russians, they don't know her, and I also don't know her very much. Yes, Radhe. First of all, I'm sorry to hear that things
when somebody like a great soul leaves the planet, always there's a little bit disturbance. Я хочу сказать, что мне очень тяжело слышать, когда личности, возвышенные вайшнавы, уходят из этого мира. Это всегда очень тяжелое чувство. Сердце беспокоится. And I remember not long ago there was a nice Japan Zoom with a celebration of Kalavati Didi's birthday. Недавно был Zoom, но не так давно, несколько месяцев назад, когда в Японии праздновали день рождения Калавати Диди. Это был, ну, была прямая трансляция. And in this birthday celebration I learned how to cherish and to really feel the glories of the Vaishnavas. И тогда я научилась, ну, глядя на все это, на празднование, что значит ценить вайшнавов. I know when Jayananda Prabhu was coming in different sanghas, it was always some misunderstanding about his wife Kalavati Didi. И я знаю, что часто бывало так, что, попадая в разные санги, когда они были, Джайананда Прабху вместе с Калавати Диди, были какие-то проблемы всегда у них. Because she had very high elevated emotions. Потому что у нее были бхавы, были возвышенные чувства. And when she come in the sangha of the devotees, then sometimes these bhavas would come in her body and she would have some symptoms. И во время программ, да, во время катхи у нее могли проявляться эти симптомы, бхавы, и она их проявляла очень ярко. And somebody who does not know this, maybe they misunderstand that she has some craziness. И те, кто не знали об этом, они могли подумать, что она просто сумасшедшая, потому что она смогла смеяться или плакать, или падать. So Jayananda Maharaj was always not so happy and sad, crying about this. И Джайнанда Махарадж, он всегда очень расстраивался по поводу этого и даже плакал. So he's very good example how to feel deeply the moods and the heart of other persons, what to speak about his wife. И Джайнанда Махарадж очень хорошо чувствует сердца других и очень близко все воспринимает, что уж говорить про свою жену. So when we did the celebration together with Gurudev, he would share with all the devotees, and all the devotees would share about her special moods and loving sentiments she had in her bhakti. И тогда, во время этого празднования, Гурудев говорил о ней, и также многие преданные делились о том, о ее качествах, как она себя, как она служила, как она проявляла себя в бхакти. And we all would cry together in this lovely feeling of cherishing her feelings, her deep feelings. И мы делились своими чувствами, обсуждали ее личность, да, и плакали, были растроганы словами друг друга. So today we want to remember her and this deep feeling she had for Radha Dasyam, for Chaitanya Mahaprabhu, for Gurudev, and for all her husband and all the devotees who would come. She would always cook and make the sweetest cookies you can imagine. И сегодня мы хотим вспомнить о том, как она служила, распространяла, да, Радха Дасью, как она служила миссии Махапрабху. И надо просто знать, какой личностью она была, и как она чудесно готовила, и ее печенье очень все любили. Прасадом она всегда всех угощала. I remember when we were in Vrindavan, she could not always come with Jayananda, but she would always send the most beautiful cookie packages and make with so much love. И когда она была в Вриндаване, она не всегда могла находиться рядом с Джайанандой Махараджем, но всегда она передавала нам, преданным, всем вот эти пакеты с выпечкой, которую она делала сама, и все чувствовали всегда себя очень хорошо, потому что все с любовью было сделано. And I remember then everybody was fighting for these cookies to get one of those cookies. И все сражались буквально за эти печенья, потому что действительно они были очень вкусные.
Because what the Dasi is cooking is coming, you know, she's cooking for Srimati Radhika, and so you can feel this flavor in her cookies. Потому что она готовила для Шримати Радхики, и вот во вкусе этого печенья можно было почувствовать что-то такое необычное. And she was always very humble and very shy when I meet her. Я встречала ее, да, я знакома с ней, она всегда была очень застенчивая, очень смиренная. We can imagine she was always supporting her husband so much in his service. И она всегда очень поддерживала своего мужа в служении. Now he must feel a big loss also. Поэтому он наверняка сейчас чувствует просто огромную потерю. And all the devotees in Japan, they very emotional devotees and very sweet, and they are also feeling the separation now. И преданные в Японии, они очень такие сентиментальные, чувствительные, и они чувствуют очень большую разруку сегодня всем. So our Gurudev, also Narayan Maharaj, and also Gurudev Sadhu Maharaj, always explain that if we cannot feel the feelings here in this world, it is not possible to go to the spiritual world, which is only made from feelings. И Нараяна Госвами Махарадж, Гурудев Саду Махарадж, они всегда повторяют, что если вы не способны чувствовать чувства в этом мире, то как же вы сможете отправиться в духовный мир? When we want to become the dasis of Srimati Radhika, she is the personification of all feelings. Потому что как же можно стать даси Шримати Радхики, той, кто является олицетворенными чувствами? And the dasis, they feel all her feelings. И даси, они непременно чувствуют каждое ее чувство. So when we are in touch with our Gurudev, who is also our Guru Devi. Когда мы соединены, общаемся со своим Гурудевом, который также является Гуру Деви. We are practicing the ability to feel each other. Мы практикуемся в нашем искусстве чувствовать друг друга. So when Srimati Radhika is happy, then the dasis are happy. Потому что когда Радхика счастлива, и все даси счастливы. And when she is sad, the dasi is sad. И когда Радхика грустна, то даси тоже грустят. So we practice also in our service here on this planet how to feel each other. И мы на этой планете практикуем также, как чувствовать друг друга. And we always meditate what we can do in service to each other to increase the feelings, the positive feelings, and to help when the feelings are a little bit heavy. И мы служим друг другу для того, чтобы и увеличивать позитивные чувства, но также поддерживать друг друга, когда настроение, да, чувства, они грустные. So Gurudev is giving us the chance also to learn how to be more sensitive and less ego and mind oriented. И Гурудев учит нас, как быть более чувствительными и выйти из-под этого доминирующего эго и головы своей. This is the human duty to come to a higher platform of Radha Dasyam, to feel what others feel, what our Gurudev feel, and also, like Gurudev said, the God sisters and God brothers, we have to become very soft and sweet and sensitive. Gurudev говорит, что это очень важно, и, ну, быть более чувствительными, быть более внимательными к своим гуру-братьям, к своим гуру-сестрам, потому что без этого невозможно развиваться в своей духовной практике. So in this moment we will just feel the pain of separation and in our hearts wishing her a very good journey to Srimati Radhika's lotus feet. И сейчас в этот момент что мы можем сделать? Мы можем только желать ей дальнейшего счастливого пути на пути к лотосным стопам Шримати Радхики. And pray that we can help the devotees now who are in this
separation mood and assist them and serve them in each or any way they need. И нам нужно стараться служить преданным, которые находятся в очень глубоком чувстве разлуки. Их поддерживать. When I look at the different Zoom conferences that we are having now, every conference has their own mood and their own speciality. И мне очень интересно наблюдать за различными конференциями Zoom, да, разные санги, которые сейчас проводятся. И я заметила, что у каждой конференции Zoom свое настроение. And I always remember when Gurudev said that I'm tuning you, I'm making you feel my feelings. Я помню, как Гурудев сказал, что я настраиваю тебя на волну своих чувств. We are one big orchestra for the love of Shrimati Radhika to come into this contact and this deeper feeling of her feelings. Мы как большой-большой оркестр различных нюансов настроений Шримати Радхики. So I see in every conference Gurudev is giving us the different notes, how to learn, how to be one big orchestra and also play together in harmony for the pleasure of Swamini. И Гурудев, он на каждой конференции, он как будто настраивает нас, он дает различные ноты для того, чтобы мы, как большой-большой оркестр, сыгрались вместе, идеально звучали, для того, чтобы вторить вот этим звуком, да, чувств Шримати Радхики. The beauty of one orchestra is that it will create the most amazing effect if all are in tune. И когда оркестр, он очень впечатляюще звучит, когда каждый из огромного оркестра настроен так, что все в единой гармонии и красоте звучит. But it will not work if we are out of tune, right? Но если мы не сонастроены друг к другу, то звука не будет вот этого красивого. Like always, we hear that the Kinkaris are Shrimati Radhika's shadow. The shadow has no individual desire or individual movement. И мы часто слышим, тоже Гурудев говорит, кто такие манджари. Они как тени Радхики, которые не имеют ничего своего отдельного, они только вторят ей. So in the same way, in the orchestra, the success is complete when we together create something more and higher and more beautiful than we can do if we play our individual instruments. И мы будем эффективны, да, только когда мы будем все вместе, когда мы не будем каждую свою партию играть отдельно, когда мы будем сонастраиваться, играть вместе. So Gurudev sometimes taking his stick and saying, "Oh, watch, you are out of tune." И Гурудев как дирижер иногда берет свою палочку и бьет нас и говорит: смотри, ты сейчас не сонастроен, ты сейчас играешь неправильно. Now we have a melody which is a little bit in separation and sadness of grief. Somebody is gone, so we have to feel the mood of Gurudev also. И сейчас мы в данный момент мы играем очень грустную мелодию, и мы должны чувствовать настроение Гурудева и сонастраиваться этому настроению. And that's what makes also everything very exciting, to always feel, wow, what's the mood today? И каждый из нас, он всегда очень ждет и ожидает, какое же настроение будет сегодня. What is Swamini's mood today? Is she in the separation? Какое настроение у Свамини сегодня? Она чувствует разлуку? When she is in separation, then I have to find a way to make her remember Krishna. Если она чувствует разлуку, значит, мне нужно изобрести какой-то способ, чтобы напомнить ей о Кришне. How to improve the feelings that she will be happy and remember the last meeting. Как бы мне сделать так, чтобы напомнить ей об их последней встрече? So when devotees of Japan, they are now in the separation mood. We try to feel also how they feel and how we can help and how we can be friends and come closer and not only think how we can
have a good time in Radha-dasya. И когда преданные из Японии сейчас настолько подавлены, чувствуют эту разлуку, мы должны попытаться проникнуться этим настроением и подумать, как мы можем помочь, как мы можем их поддержать, а не только быть озабоченными тем, как, чтобы самим себя хорошо чувствовать в Радха-дасе. We can pray and send our loving feelings to Jayananda Maharaj now, who has to take care alone. Мы можем послать наши самые лучшие чувства и поддержку мысленно Джайананде Махараджу, которому сейчас очень-очень нелегко. And we learn how to feel together and to help each other in all the good and all the most more difficult times. Да, мы должны думать, как помогать друг другу и в хорошие времена, и в более трудные времена. So we know that tomorrow is the full moon of Lord Chaitanya's appearance. И завтра, как мы помним, полнолуние, день явления Шри Чайтаньи Махапрабху. So we can pray that he will make us conscious, because Chaitanya Gurudev always says this, the meaning of Chaitanya is to come to the highest consciousness. Мы должны вспомнить, что значит имя Чайтанья. Как Гурудев говорит, Чайтанья — это означает наивысшее осознание. And the highest consciousness is not something like something to understand, it is something to feel. И необходимо помнить, что Чайтанья, наивысшее сознание, это не что-то от ума, это наивысшее чувство. And these feelings, they will create the harmony, and they will create the sweetness, which is the sweetness of Srimati Radhika's heart that even Krishna cannot understand. И это читание, да, эти наивысшие чувства, это они создают сладость, и такую сладость, которую даже Кришна не может понять. So I pray that by the mercy of all the Vaishnavas and all the great devotees, we together can make a nice orchestra in the mood of our Guru Manjari and to assist and help each other to grow in these feelings. И я молюсь сегодня, чтобы все мы смогли сработать как этот оркестр в унисон, вторя настроению нашей Гуру Манджари. Ради, ради. Джай, ради. May I share something? Yes, please. So much, so beautiful, so deep feeling. Now I started Japanese. ごめんなさい。訳をお願いしてもよろしいでしょうか、アンナさん。本当にスニーティさんの素晴らしいお言葉を本当に心から感謝しております。アナポーナ、can you translate? アンナさんなんかですね、声が出てないかもです。あ、日本語で。日本語で、oh, okay. Okay, so I tried in English, so probably the translation in English, the Japanese, so I tried in English. So, アンナさん、日本語で言っていただいて、多分、英語が、okay, so I tried to speak in English, and and pronounce that translated in English, Japanese, but my English is so not so good. So I'm afraid that I cannot say everything I want to say. But anyway, I try. Oh, thank you so much. So beautiful word, Suniti Didi. I want to share one thing. I met the Karabati, general wife, this Monday. Хочу поделиться. Я встретила Калавати, жену Джайананды Махараджи, в этот понедельник. Yes, 22. This is the last time I met her. 22-го я последний раз видела ее. Or she is think this she have so suffering then and. So big disease, so suffering few months. Она страдала от болезни и
от боли в течение уже нескольких месяцев. Она потеряла много веса. And so thin. Очень тоненькая стала. I cannot meet her so often. Не могла видеть ее очень часто. Because I'm working as a doctor. Я работаю доктором. So weekday and weekend I must work not so much time to go to the general problem place. Я много работаю в больнице и не могу поэтому навещать часто Джананду Махараджи и преданно. And when I met her this week, Monday. Когда встретила ее в этот понедельник. Of course, she is very, very sick. Она была очень больна. We cannot talk so much. Мы не могли так много поговорить друг с другом. So many devotees gathering the Janan's Prabhu and Kalavati's house. И многие преданные собрались в доме Калавати Диди и Джананда Прабху. And help the Kalavati's, for example, they give the massage for her. И они помогали различными способами делать. And help the bath. Taking the bath. Mm-hmm. And take the pill. It's a very big job for her. Just one or two pill. Just throwing, that's very difficult for her. But everybody help. Помогали принимать лекарства, потому что в ее состоянии даже проглотить пилюли очень тяжело. And I always she's calling Джананда Прабху. И всегда рядом находился Джананда Прабху. Во время класса. Джананда Прабху want to stay with her. И он даже не хотел давать классы, потому что он хотел всегда рядом находиться с ней в каждый момент. And so many devotees help and come and go and преданные часто сменяли друг друга и приходили для того, чтобы помогать им. And because so much love, there is so much love. А потому что они их очень любят. Oh, Kalavati. Actually, of course, the very, very severe situation. Несомненно, это очень тяжелая ситуация. But when I go back to my home, когда я вернулась к себе домой, on the way to the Bhagavat home by train, я возвращалась на поезде. I don't know why so big. Happiness will come to me. Не знаю почему, но какое-то счастье у меня пришло ко мне. And I on the way to the by train, I with my friend Amaji Bhamukti. Возвращалась на поезде со своей подругой. She also feels the same feeling. И она чувствовала то же самое, что и я. We don't know, we cannot why, but we feel so much happiness. И мы не понимали почему, но мы обе чувствовали какое-то счастье. And after two days, Wednesday, через два дня, Wednesday, in the morning time, suddenly I noticed she sure to come go back to Radharani place. I'm sure. I don't know why, but I noticed she go. At the time, she is still in her body. The soul is in her body.
И в среду ей стало хуже, и она уже было видно, что она ставит тему. Yes, yes. She's still in her body, but I feel so much happier again. Yes, so much happiness come, so great. So give us that she show us to how to go back, or that she make that way to the go back to the. И она для нас будто проложила путь, как вернуться. Она показала, как вернуться туда. И я чувствовала счастье, то есть несмотря на плохой такой. Follow her. So, so great soul, and so big sadness come, but at the same time, I feel so happiness because so great soul is come back to the home friends. И несмотря на то, что чувствую большую печаль, одновременно, удивительным образом, какое-то счастье внутри, потому что я чувствую, что эта великая душа, она вернулась обратно к ним. Really for the first time I feel that my real feeling. Первый раз я почувствовала такие сильные чувства, настоящие. I experienced something. Actually, my job is a little bit my job is taking care of dying people at each home. Моя работа состоит в том, чтобы, ну, как доктор, лечить людей. So now is more than 650, near the 700 people I take care of. Them, for example, cancer or the old age, or even so small, 1 year old children go back to that. Она работает как раз с раковыми больными, порядка 7000 пациентов. Yeah, but here this big happiness for me to answer. Не очень поняла, что она чувствует большое счастье. So, so big, so I'm so happy to sharing the some. I can live. And study under the big, the lotus feet of her. И она очень рада, что она могла прикоснуться к такой личности и учиться у нее, у Клавы. И также у Джанады. Because of her, Джанада Прабу is Джанада Прабу. Только благодаря ей Джанада Прабу является тем, кто он есть. And Джанада Прабу is now is a if Джанада if I'm not met Джанада Прабу, I'm not here. Я не встретила Джананду Прабу, я бы здесь не была. So much deep knowledge gave for us. Он дал нам такую глубину знаний всем нам. And devotion. И преданность. This is a so long way to go for me. Еще такой длинный путь впереди предстоит. But I want to try to continue to keep in touch and want to just only one step I want to near to her. И я хотела бы сделать хотя бы один шаг, чтобы приблизиться к ней. Тогда и поде отда то сделать, как сказать, то. And I pray for her. Я молюсь за нее. And I pray for all devotees, and I'm so happy to share with the
And thank you very much for giving me time for. Yes, благодарю вас, что вы дали мне время рассказать, поделиться. Рады. Я смотрю сейчас на преданных из Японии, на их лица. Я вижу глубокую скорбь такую. Они это очень сильно переживают, чувствуют. Я смотрю на них и сам переполняюсь таким же вот переживанием. И мы также скорбим вместе с вами об этой утрате. И, несомненно, будем сегодняшний день посвятим как минимум именно вот ходу жены Джананды Махараджи. Radha Mohan Prabhu is saying that now when he sees all emotions on the faces of Japanese devotees, the feeling they are overwhelming him. He feels that they are very, how to say, that it's a very big loss for them, really. And now he feels it. And now he knows more about Kalava TDD, and he sees how everyone, how every Japanese devotee, what is the loss for them? That it is a very great loss, and for sure he's saying that today he will dedicate this day for praying for her. Now he understands, he sees everything, seeing their emotions. Can I also share a little bit and translate to Russians? Personally, I met Kalava TDD only once, and I think it was like several times in Vrindavan, in Gurudev classes, and I didn't know about her much. But a few months ago, when Jayananda Maharaj, he gave class for Russians, on the appearance day of Srila Narayana Goswami Maharaj, and it was 3 hours he was speaking about his way in Krishna consciousness, and he shared how he made every step with his wife, with the support of Kalava TDD, and only that time I could understand her personality really, because before I didn't know her at all. I didn't hear anything about her. I just saw her one time, and her bhav also. I was blessed by seeing her in a stage of bhava. But really at that time, I could not understand what happened with her when she was, and my husband also was with me. And we were a little bit puzzled when we saw her halves on the class. And I think by this reason, she didn't come every time that time. And when Jayananda Prabhu, he was telling about his life, I was trying to imagine how hard their life was, because really they dedicated and they put on this altar of preaching, of serving everything. And they put even their family life happiness. He told that they didn't go traveling, you know, like very common family things, like go to travel somewhere, yes, visit some places. They didn't do this. They were just serving. And it is said that behind the back of every great man stands a woman, yes, his wife. So really, Jayananda Prabhu had this very big support in Kalava TDD's this devotion and attitude, because she didn't ask for him anything, but she inspired him for serving Srila Prabhupada. They distributed many, many, many books. And Jayananda Prabhu, he shared that he didn't like to distribute books because for him,
It was hard task, but she was inspiring him, and she didn't ask from him anything, because, you know, in the family life, wife, she can ask from the husband, you know, some several things, like to be with her, to translate Russian, Govinda Mohini. Yes, sorry. На русский сейчас переведу то, что я сказала. Я сказала, что, ну, я хотела бы сама немножко поделиться про Калавати Диди, ну, вот, что я про нее знаю и как я чувствую. И я сказала, что до этого я ее не знала, вот, да, пока Джайананда Махарадж, помните, 3 часа он давал катху, когда был день явления Шиванарайана Госвами Махараджа, он рассказал всю-всю-всю свою жизнь, и она непосредственно была связана с его женой, потому что с тех пор, как он перестал быть брахмачари, он вступил в грихастха ашрам, и с тех пор вот эти десятилетия они были вместе, они служили вместе. И он постоянно говорил о ней, потому что, видимо, она действительно была просто ключевой личностью в том, что он имел возможность служить. Потому что когда все-таки мужчина входит в грихастха ашрам, он, ну, он обязан перед женой. То есть жена может ему сказать, что извини, ты вообще семейный человек, вот ты обязан то-то, то-то, то-то делать. То есть я жена, я там не брахмачари, да, то есть каких-то комфортов, да, для себя требовать там что-то. Ну, вот обычных какие-то базовых вещей. Но нет, они просто, они вдвоем вели жизнь, как будто они 2 брахмачари. То есть они посвящали все свое время служению, они распространяли книги, хотя это иногда было просто уже ни сил не было, ни моральных, ни физических, вот, и, но она всегда вдохновляла это делать. И потом, когда у нее вот эти начались, да, вот ее вот эти эмоциональные состояния, бхавы, и они были у Нарайана Махараджа в санге, и тогда все преданные говорили о Джайананде Прабху, она сумасшедшая, ее там... в нее вселилось там привидение, там, сдай ее куда-то, там, бери ее, что это такое вообще. И он страдал очень сильно, потому что и он плакал, он приходил к Нарайане Махараджу и говорил, ну, как бы, что с моей женой? Как, почему все говорят, какое привидение, если она всю жизнь реально все свои силы посвятила служению Шрили Прабхупаде, служению вам? Как такое может быть? И Нарайана Махарадж сказал, нет, это, говорит, никакое не привидение, у нее бхавы, то есть, ну, она испытывает вот эти переживания, которые описаны в книгах. Просто этого никто не мог понять, и все их просто, столько на них было давления, то есть все говорили, уходите, вообще не посещайте, то есть их гнобили их собственные гуру-братья. Просто надо представить, что они вместе прошли, при этом они вообще не переставали служить. Никогда. И она, вот Джайананда Прабху рассказывал, как он, когда начал переводить книги, как он вообще дома не появлялся. У него была работа, а они в Японии ездят вот из города в город. То есть он 2 часа тратил на дорогу. В дороге он переводил книги, он перевел многие книги Ананта Дас Бабаджи Махараджа на японский. Он перевел Грандхи, главные самые, Чайтанья Чаритамриту на японский, Шримад Бхагава там тоже. И он это делал, и при этом он приезжал домой, и он с женой даже поговорить не мог, потому что он падал от усталости. И это было 5 лет, и она ничего ему не говорила, только изредка, когда у нее, видимо, накапливалось, она, ну, пыталась, и, потому что она пыталась ему облегчить севу, которая и так была неподъемна. И когда вот только тогда он рассказал вот это все, я поняла вот про Калавати Диди, вот как, ну, кто она такая. Потому что до этого тоже я рассказывала, что мы ее увидели в 2014-м, мы тогда вот с мужем там сидели в алтарной, слушали класс Гурудева, и вот когда мы увидели эти проявления, она смеялась, она могла вот вдруг засмеяться или заплакать, то есть она, ну, странно себя вела. Мы тогда тоже не поняли, что происходит, то есть мы тоже подумали, может, с ней что-то не так. И когда вот Джайананда Махарадж это все рассказал, и я просто вот, меня просто вот как так вот накрыло, и то есть я поняла, что это за семья, что это за... преданная, да, и когда сейчас вот Гурудев сообщил, вот я только присоединилась вот в этом вот, ну, сейчас к Zoom, и когда я услышала, меня просто, у меня как вот, меня как будто вот как сковало, то есть эта новость, я забыла микрофон включить, то есть я начала вам переводить, и я думала, вы слышите, вот, а оказалось, что, ну, Гурудев меня очень сильно отругал, потому что, ну это серьезная вещь. Also, I told them how Jayananda Maharaj, he shared on this Russian class
that it was like this last 5 years when he translated so many granthas on Japanese, his schedule, his everyday schedule, that he went for a walk, like 2 hours took him by train to go for a walk, and this time he was translating, then he was working, then he was coming back, and he for 5 years he and he had the classes, yes, for Japanese devotees, and he had no time to be with his wife, and she was like tolerating all these things to make for him easier, but it really it was like a very hard situation itself for him, for his seva. And also she was serving with her tolerance, with her patience. And only that time when Jayananda Maharaj, like 2 hours, two months ago, he gave this class, I understood the personality of Kalavati Didi. And today when Gurudev, when I joined this Zoom, when I heard that Gurudev was speaking about this, I was really shocked that I didn't switch my mic and I was translating and I didn't see that. I really was shocked, like inside me, in my heart was like shock, because I didn't expect, and I don't know. So really I felt, although I had no close connection as you are, yes, you are like her children, Japanese devotees, you felt her motherly attitude for you, and I didn't have such a close relationships with her, but due to Jayananda Prabhu's this very big lecture about their life together, I had some connection with her, and today I was really shocked. I was really like a stone fell on me. I don't know. I had no words. I don't know. I had no words. Yes, today definitely I also will dedicate today's day for praying for her. Although I have nothing to give to her, I can only pray for her mercy to me. I cannot give her anything, but I want her mercy and her blessing. But I will try my best. What I can do, I will do. Я сказала, что я не могу никакую, как бы, ну, помолиться как-то. То есть мои молитвы мало чего стоят. И наоборот, это мне нужно молиться, как бы, ее личности, чтобы она пролила на меня свою милость, да, чтобы я тоже могла испытывать какие-то хоть подобие чувств, которые имела она. Но в сегодняшний день я попытаюсь, что могу, пытаюсь сделать, помолиться и повторить харинам с мыслями о Калавати Диди. Oh, Gurudev, are you still with us? I cannot see Gurudev. Ah, Radha Mohan, yes, he's here. So today was a good lesson that we can learn how to feel more deeply also Gurudev's mood. Сегодня мы научились, это был хороший урок, чтобы действительно чувствовать Гурудева лучше, его настроение, быть настроенным с ним. And to connect from the very beginning and consciously, sensitively feel what is needed as a service. И для того, чтобы каждый раз, то есть в начале, да, уже в самом начале встречи, чтобы мы могли быть более осознанными и смотреть на его настроение, как он чувствует себя сегодня, в каком он настроении, сонастраиваться. So I think there will be another Zoom class at 12 o'clock today, and I think Gurudev will also share more about his feelings. И сегодня будет хорватский Zoom через несколько часов, и я уверена, что Гурудев там что-то скажет, он поделится своими чувствами. Anybody else wants to share something from this Kalavati? What they know, what they feel? To wish her the best journey? Поделиться на Калавати. So what do you think, Govinda Mohini? You want to share something more, or should we just stop the conference?
Because I think Gurudev is not coming or Gopinath saying something. I think I shared what I felt, what I know about her. And really, I'm really in a shock because I didn't expect this news. So if I have time, if I will be at home, I will try to maybe to translate this the next Zoom, because I want also that Russian devotees hear what Gurudev will say. Если, ну, я останусь дома, если сегодня муж с ребенком там пойдет по всем, куда нужно идти, то я хорватский Zoom могу тоже переводить, потому что хочется услышать слова Гурудева, его чувства, его настроение. Вот, поэтому сейчас, наверное, мы закончим, потому что больше никто не хочет высказаться, и Гурудев ничего не говорит. Ну и тогда уже я в WhatsApp напишу, если как бы, буду переводить, если буду дома в это время у компьютера. Ну, может быть, сегодня, да, получится. Вот, окей. So. Спасибо, Говинда Махини, рады-рады. Не расстраивайтесь сильно. Ну, все как вот, ну, это мне тоже урок. То есть мне тоже это не случайно, все всегда не случайно. Все всегда, и все всегда по делам, потому что все всегда по делам и не случайно, и, ну, все хорошо. Все уроки. Мы понимаем это, конечно, да. Ну, так или иначе, не расстраивайся. И постарайся, пожалуйста, на хорватском зуме. Я очень лично жду, вот, очень жду. Потому что я ничего не понимаю, слушаю и ничего не понимаю. Пожалуйста. Хорошо. Okay, hope we will join also Russian small group will join the Croatian Zoom. Okay. So, rade rade. Rade rade. See you soon. See you. Rade rade. Thank you. Спасибо вам. Rade rade. Rade rade. Rade rade. Thank you so much, Suniti, for giving that beautiful, beautiful description of our actual mood in bhakti. It was just very lovely. And also thank you to Chavana for expressing her heart and, you know, helping us to also feel these deep emotions, because as Sunita said, and Srila Narayan Maharaj and Srila Gurudev always says, it's all about feelings. Bhakti is all about feelings. Thank you so much, both of you, and also Govinda Mohini, for expressing yourself. Thank you to all of you for being here. Hare Krishna, Radhe Radhe. Джагатам Диди говорит, большое спасибо Суните за удивительную метафору, которую она привела, которая позволила нам понять, ну, что же значит, да, вот быть с гуру. И Чавана Диди тоже поделилась своим сердцем, да, и очень это было послушать, очень ценно для Джагатам Диди. Thank you for sharing also, Jagatam Didi. Thank you for being with us. You're so lovely and beautiful. Thank you. I'm so happy to be with all of you. Same here. You know, sometimes my emotions get very blocked due to past conditioning, but being in touch with this Sangha today is just really brought up some very deep feelings, and I'm very appreciative of that. Иногда мои чувства бывают заблокированные, ну, обусловленностью, немножко чёрствые, но когда я вот присоединилась к Санге, когда такие ситуации возникают, сердце размягчается, и ну, это очень всё благоприятно. Oh, sorry, my I think my video wasn't even on, so sorry about that. Okay. Jai Radhe. Jai Radhe. See you later, huh? Jai Radhe. Radhe, Radhe, go.